Это у меня тут грибочек идет. Всем привет. Ой. Скажи всем привет. Грибочек. Вот у нас и жара аномальная прошла. Теперь холодись до минуса. По ночам вообще замерзаем. Все. Все? Давай. Тут уже мало дали. Пришли на почту сейчас. Посылочку возьмем. Мягкая. Это мое? Да, это твое. Вот это? Открывай, да, и выкидывай пакетик. И у меня вот еще три. Это, наверное, мама, папины. Молодцой. О! Это что-то? А, беззубик! Это беззубик! Кто? Ой, а что он такой серенький? Я думала, он черненький. Это за беззубик! Это за белый детеныш нашего беззубика. Ой, крылышки какие мягкие. Такой маленький ребеночек. И у меня еще вот три штучки. Он такой миленький. Миленький, да. Беззубик. Они еще не умненькие. Надо ему крылышки прогладить утюжком, чтобы расправить. Весь смялся, пока доехал. Да. Улетел, наверное. И по дороге попал в посылку. Летел? Да. И по дороге попал в посылку. Да. И еще следующие драконы попали не в мил, а потом их пришли. Знаешь что? Он, наверное, тоже хотел папочки. Да? В магазин где? Вот как там его называется? Магнит хотел дойти. Но попал в посылку. И потерял свой адрес. И такой. И он не знает, как его зовут. Я не знаю, как его зовут. Это ребеночек будет у нас. Глазастый. Дай я посмотрю. Надо, в общем, ему крылышки прогладить этим утюгом. Мягенький какой, хорошенький. Ему надо только пятнышки пришить. Будет как малыш беззубика. У нас тут дождик идет. А вы не знаете, что беззубик и Фуя поженились? Да, и что? И у них появились детки. Так... Тебе достался один, детка. Да. Вот такой. Сегодня у нас следующий день. Мы с Миланой поехали опять на батуты, потому что на улице прохладно у нас стало очень. Сейчас вот она лазит, я за ней смотрю. Уже потеряла я ее. Уже потеряла. А, вон она, вижу, залазит. Так что вот так. Второй день у нас. Что делать? На улице холодно. Вон, видите, я в куртке. Но тут-то, конечно, жарко. Надо было мне ее снять. Милана, ты приехала? Молодец. Устала, поэтому рисуешь, да, Милан? Беззубика уже нарисовала. Да, беззубика. Что еще нарисовать? Не знаю, что.
А что ты хочешь нарисовать? Какие мультики Кирилл включает? Подожди. Сразу утро. Синий трак. Мы идем. Так, нажимай. А, это не ты вчера пластилин потеряла? Знаю, это потеряла. Рита. Так, идем в садик. Первый день. Слушай, я забыла эту. Кого? Справку. Подожди тут, я сейчас приду, хорошо? Че, Милан, куда ты идешь? В садик. Давно ты туда не ходила? И как твои ощущения? Все хорошо. Все хорошо. Только ты знаешь, Милан, в садике ведь надо кушать. Угу. Да, это очень непросто. Ты не забудь сегодня кашку в садике покушать. Да. В общем, пошли, ну я попробую. Попробуем, что будет, как будет. Все говорят, вот ты не водишь в садик, надо привыкать. Ну, пошли, вот, пожалуйста, посмотрим, на сколько дней нас хватит. Я не уверена, что нас хватит намного, но сюда пойдем. Будем смотреть, девочки, что получится из этого. Взяла Милану в садик. Девочки, вчера взяла амбассадор. Кто пил такой кофе? Расскажите, как он. У меня есть еще, конечно, Нескафе. Все, конец Нескафе у меня получается. И я решила, вчера, да еще акция на него была. И типа оно там 300 с чем-то рублей стоит без акции. В общем, по ушам, наверное, есть или нет. Сейчас я буду его пробовать. Крышка вообще отвратительно снимается. У нас в кафе прям раз, оп, нормально. Здесь что попало, блин, шметки какие-то. Что-то запах обыкновенного растворимого, но никак. Сразу чуть-чуть, сейчас попробуем, что это за кофе. А, Милану отвела в садик. Сейчас поеду в сервис. Где у меня в сервис? У меня отклеивается опять эта накладка, блин, на крыло. Пластиковая. А мне еще, девочки, немытая плита. Со вчерашнего дня, мы вчера гуляя с ней пошли. Я вот кофе не пью с молоком. Это, во-первых. И не пью горячий. Это во-вторых. Так. И пью с холодной водой. Могу даже из-под крана холодной водой налить. И попить. Так что вот так. В общем. Да, у меня не мыта плита. У меня не убрано сейчас нигде, потому что вчера мы прогуляли на улице с Миланой. И днем, во-первых, выходной был, воскресенье, все были дома. А когда у нас все дома, у нас в порядке не все дома. В общем, пью кофе. Сейчас что-нибудь еще, бутерброд, может, какой сделаю, или просто сосиску. Вот у нас на столе какой кипиш, потому что Милана вчера все-все-все, это тут она пораскрашивала. Здесь она порисовала, здесь она полепила, здесь она конструктор собирала, здесь она поиграла. В общем, хороший тут порядок у нас дома сегодня. Там тоже вон игрушки все валяются. В общем, не хочу говорить о кофе, в общем. Привет. Вот иногда смотрю на ее кубики всякие, вот эти вот, что она делает. Не знаю, откуда она это берет, все придумывает, говорит. Но они поднимают настроение. Вот смотрите, вам утром такое улыбнется. И, может, кому-то страшно, а мне весело. Потому что это Милана сделала. Еще у нее тут собачки наклеенные. Такой вот кубик. Так. В общем, не понравился мне вкус кофе. Какой-то он
То ли горький, то ли вот, ну, есть, конечно, вкус там натурального немножко. Ну, не знаю, в общем, буду пить и собираться уже в сервис. Так что мне к 9. В общем, я уже собралась. Делала такой причесон чуть-чуть, просто волосы грязные, не хочется. Так, вроде у нас потеплело. И все. Поеду сейчас в сервис. Смотреть, что там у меня все пооткливалось. Сейчас вам покажу. В общем, вот эта вот штука у меня отклеилась, что уже палец вылазит. Поеду делать. Оставила я девочке машину. Я без машины. Топаю на автобус. На ночь будут делать. Не знаю, что уж делают. Такой пластик. В общем, все на пластик винят. Он топорщится, он фигорщится. Так что я пешкарусом иду на автобус. Сейчас поеду на автобусе домой. Так, ЦРБ поехал, не мой автобус. Магазинчик, джинсовочки хочу. Немножко не такие. Не такие. Не знаю, может, вот это такая. Плотное померить. На джинсовок много. Но я выбрала, блин, темно-синюю. Нет, и была светлая там со всякими прибамбасами. Так, черемушка, северки, окружная. Это не моя автобусов. Я уже на автобусах не ездила 250 лет. Сейчас поеду, я не знаю как. Благо, все не тепло. В общем, жду автобус. Приехала я домой. Выбрала ж я вот такую джинсовку. Темно-синюю, светлую я не стала брать. Там светлая с капюшоном была. И сзади вся такая навороченная. Здесь только чуть-чуть вот потертости. Ну, вполне устраивает меня, я думаю. Но насчет нравится, она мне не нравится. Мне нравится то, что она темно-синяя. Вот сейчас светлая в моде. Я больше люблю темно-синюю. Если мне надо высветлить, я сама ее высветлю. Но не нравится то, что на ней нет никаких опознавательных знаков, ничего нету. Но у меня есть мои любимые футболки, которые уже постарели. И я буду преображать эту джинсовку в одном из видео. Надеюсь, у меня будет время на это вам показать, как я это сделаю. Так что вот так, пока я ее убираю. И эта джинсовка, я вам скажу, недорогая. 1260 все удовольствие. Насчет 5XL я сомневаюсь, что это 5XL. Напишут там. Максимум это 50 размер.
Не знаю. В общем, вот так вот. Кармашки маленькие. Ну, как обычно, тут тоже кармашки. Наизнанку. Катон, полиэстер, спандекс. Ну, всякая фигня. Сосанта. Сосанта. Вы сосанта? А мы не сосанта. Вон магазин. Забрала Милану. Че, Милан, расскажи, как тебя обижали, да? Да, обижала. Воспитательница била. Нельзя игрушки брать. Вот так вот. Это свои нельзя, да? Да нет. Свои игрушки нельзя брать, да? Да нет. Да нет. Почему у нее нельзя брать? Я же все брала. А почему только остальное не ложится? Все игрушки нельзя в группе, которые стоят, брать. Вот в таком шкафчике, а там я два шкафчика. Вот так вот. А тут один. Зачем же тогда нельзя игрушки в садике? Если один шкафчик, игрушки нельзя брать, да? Не знаю. Для комиссии, наверное, стоят. Ё-моё. И что, по ручкам била? Да везде вообще, глупая. И что, ты плакала сильно? Плакала. Вот. Так, вот такие у вас тут спецназницы. Ну, такие вот Почему? Это же школе только такие, которые бьют. Нет, нигде не должны бить. Все должны, детки, понимать. Никого нельзя бить. Ну, почему она била? Она, наверное, тебе сказала, а ты не слышала, да? Нет, она не била. А где била? Покажи. Вот так везде. Я не помню уже. По ручкам? Да везде. Вот беда. Ну, надо слушаться, чтоб тебя не били. Это она специально вас пугала так, чтобы вы ее слушались. Да? Она меня не специально пугала. Не знаю, это же просто игрушечки. Ну, вот нельзя игрушечки брать, да? А с какого шкафчика нельзя? Где игрушечки стоят? Да нет, вот тут, в таком вот месте. Вот там, вот тут. А, по той стенке, которые стоят? Да, вот тут много шкафчиков. Тут три. И тут один нельзя брать, а из двух можно. А, только из двух шкафчиков брать, а с одного нельзя, да? Почему? Ну, наверное, для комиссии они стоят, игрушки, чтобы они там были не сломанные, а то вдруг вы сломаете их. Я не сломаю, я же не маленькая, это только маленькие. Так, ну понятно, ну что ж теперь. Че, раз ты омлет съела, может тебе что-нибудь купим? Нет. Пойдем домой конфетку поедим? Нет, не хочу домой. Ну, посмотрим. А что будем делать? Мы посмотрим сегодня на выставку. Это родился и зайчики. А где? Тут магазин. А, давай вот сюда вот уйдем с дороги. Пойдем в какой-нибудь магазин. В общем, Милан сегодня получила от воспитателя по ходу дела. Ребенок просто так говорить не будет. Я еще с этим разберусь, почему такое творится в садике в нашем. Сюда. Сюда, иди. Куда? В Дикси? Нет. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound.